Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 9.9. Постройте график линейной функции y равно минус 2,5х и найдите искомые данные. Для начала строим график функции. Для этого найдем некие два произвольных значения х и y. Допустим, x у нас равен будет 4, тогда значение y будет минус 10. При x равен минус 2, y будет равен 5. Находим эти точки на прямой координат. 4 минус 1. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Вот у нас первая точка минус 10. И вторая точка у нас будет минус 2, 5. Мы с вами получили график функции y равно минус 2,5х. Задание А. Нужно найти значение y, соответствующее определенным заданным значениям х. Если x равен 0, то y у нас тоже равен 0. В точке, где x равен 2, y у нас равен, вот у нас эта точка, y будет равен минус 5. X равен минус 2 в точке с y 5, с ординатой 5. Задание B. Нужно наоборот найти значение x по заданному значению ординаты. Там, где y равен 0, значение функции 0, в точке, где аргумент тоже равен 0. При функции, равной 5, значение аргумента будет минус 2. И при функции, равной минус 5, значение аргумента, наоборот, будет 2. Задание В. Нужно найти решение неравенства. Когда у нас правая часть уравнения, то есть когда у нас функция больше либо равна нулю. Как мы можем видеть по графику, функция у нас больше нуля при любом x, который меньше либо равен нулю. X меньше либо равен нулю, так как функция у нас убывающая. Из задания Г нам нужно выяснить, когда функция лежит в пределе от 0 до 2. Вот у нас значение функции больше 0, но меньше 2. Смотрите, минус 2,5х, это у нас функция, больше 0, вот она у нас больше 0, при любом х от минус бесконечности до 0. То есть мы можем записать, что х меньше, строго меньше нуля, но при этом x у нас должен быть больше, больше, чем где-то, вот у нас эта точка, чем приблизительно 0,8 со знаком минус. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.